Окей, продолжаем. Я немножко там сделаю паузу. Так. Хорошо. Теперь возьмем пальцы. Так, давайте посмотрим тут пересечение. Так, вот так вот. Тылс. Solid, render, pinks, блин, давайте поменьше сделаем, ну, нормально, так, теперь пальцы, какая часть, эта часть или эта часть не виднее, ну, давайте сделаем двух сторон, вот так вот шов сделаем. И так, хотя нет, не так, а вот так попробуем, и вот так вот. Тут надо все-таки так вот вырезать, по-моему. Может, попробуем вот так вот сделать. Так, еще раз пел тогда. Окей. Теперь здесь. С этой стороны. Опа. Камера что-то у меня не очень работает сейчас. Так. Вот так. И вот так вот. Попробуем здесь то же самое сделать. Нет. Вот так вот. Нет, вот, вот так вот. В принципе, попробуем так еще добавить. Интересно. Посмотрим, что из этого получится. Опа. Кажется,
Попробуем вот так еще добавить. Ну, конечно, тут хреновые такие будут линии из-за этого, поэтому мне это не нравится, эта идея, поэтому... Ну, давайте попробуем протестировать, но зато тут будет... Видите, вот зато тут очень аккуратно будет. Ладно, попробуем так сделать. Я нахожусь дома, если не удивляйтесь, если вы слышите всякие какие-то детские безумные крики. У нас в доме всегда часто так такое бывает. Так. Ок. Вот так вот, это что у нас? А, это большой палец. Большой палец. Да, давайте исправим все-таки, чтобы везде было одинаково. Так, кисть. Ну, закончила. Закончили. Да, вот эта часть осталась. А, нет, вот это и... Лицо мы еще до сих пор не сделали. Так, лицо. Пам. Вот так вот. Ага, все норм. Ну, вот здесь окей, все окей. Так, потом еще симметрию надо будет сделать и поправить это дело. Так, затылок. Ну, это понятно. Так, это, так. Ну, когда у нас полное тело будет, и нужно будет... все-таки тут надо будет разъединять. Так, будем разъединять по этой линии. Вот так вот. Так. Так, подождите. Мы можем вот эти линии, в принципе, не делать. Вот так вот. Сохраняемся. Так, вот здесь что-то такое есть. Релакс, поработаем. Нормально. Давай, 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 давай. Растягивайся. Вот так вот. Все cool. И вот эта часть осталась. Так. Линию мы можем отпустить по этой линии. Так. Вот. Примерно так. Посмотрим, что из этого получилось. Вроде все в квадратиках. Никаких таких серьезных растяжений нет. Окей, все пакуем. Смотрим.
Да? Все? Так, теперь, как мы это все сделали, то есть все окей. Теперь делаем симметрию. Вот, выбираем центре находящиеся вершины. Symmetry, flip. Делаем еще 0 на всякий случай. Конвертируем. Так, unwrap опять. Теперь делаем следующее. Берем все, что все, ш все те части, которые находятся на левой части, и вишки. Вот. Так, двигаем сюда. Mirror надо сделать. Вот, теперь делаем следующее. Смотрите. Например, лицо берем. Так, а мы вот это забыли сделать, что... Так, конвертируем. Вот эти полигоны давайте заранее удалим уже. Сразу. Чтобы они нам не пудрили мозги, потом будут всякие косяки из-за этого выходить, из-за этих полигонов. Так что давайте. Так. Я забыл вот это сделать. Да, кстати. А этот где? Пускай здесь будут. Окей, попробуем лицо сделать. Так, сохранимся на всякий случай. Так. Пел тут не поможет. А, хотя нет. А, нет, не поможет. Пел тут не поможет. Так. Почему не поможет? Потому что... Потому что... Тык... Нет, не работает. Так, тут есть, наверное, Select Polygons to Edge. Select inverted polygons, overlapped polygons, нет. Жалко, что тут нету грани выделить. Типа. Типа выделить только бордеры, типа. Это что такое point select edge? Edge selection, простите. Так, ну ладно. Ой, придется вот так что ли выделять все. А, не, хочу работает. Автоматически сделал, создалось все это дело. Но почему это? Так, мы уже сохраняли. Давайте попробуем следующее. Вот так вот попробуем сделать. И попробуем сделать pelt. Нет. Not working. Окей. Попробуем вот так вот. Yep. Нормуль. Нормуль. Так. Давайте посмотрим и сделаем следующее. Релакс. Если так делаем, видите, вот такая штука
что-то такое непонятное происходит. Да, вот это тоже не то. Оставляем как есть. Так, самый оптимальный вариант. Вот. Я, лицо готово. Теперь разберемся с затылками. Вот этими ювишками. Вот. Так, сделаем пелт. О, вот так вот. Вот эта часть. Пелт. Попробуем quick pelt. Start. Start relax, потом stop. Готово, готово. Мне можно было бы сделать заднюю часть и переднюю часть можно было бы соединить, убрав вот этот вырез, но пропадет вот такая прямостоящая фигура, да? Потому что они вот так вот соединятся и вот так кривуют, но зато не будет вот здесь шва видно. Ну ладно, пускай сделаем так пока что. Не, хотя не пока что, а так пускай идет. Это перчатки. Вроде все сделали. Так. Так, давайте посмотрим. Rotate включим. Нет, это не работает. Пускай так. Давайте попробуем. А нет, тут есть у меня скрипт Steamroller, он обновился. Тут есть прикольные штучки, Render UVs. Нет, вот Cavity. Так, можно посмотреть. Вот, неплохо смотрится, да? Density Map и Dust, например. Все готово, получается у нас. Да, я глаза уже сделал. Вот, готово. Здесь я сделал красный материал, потому что они будут просто как затенители для объекта при запекании текстур, а UV-шек эти объекты не имеют, то есть они в развертке не будут участвовать,
Просто я их потом удалю и вот из этой части просто сделаю симметрию. Вот. Так. Что делаем? Надо взять их все. Так, вот здесь вот есть материал стекла. По идее, их можно отдельно сделать. Не глаз, а... глаз. Ладно, глаз пускай будет. И он пока спрячем. Вот, и давайте вот так вот попробуем сделать. Я хочу, чтобы UV-шки у всех... Так будет работать или нет, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Смотрите, вот это глаз, да, он слишком большой. А вот одежда и так далее, они слишком маленькие. Но это нет, ну, то есть неправильно. Тут должна быть кнопка, которая скейлит. Нет, нету такого. Нету такого, чтобы они были одинакового размера. Жалко. Их надо обязательно соединить, как один объект сделать, а потом только нажать вот сюда. Пыл. Нету такого. Их надо обязательно изучить, это Unfold. Новый, надо бы прокачаться в этом плане. Эх, так, давайте посмотрим. Чё-то как. Ну а что делать? Придется всех оттачить. Давайте сохраним. И сохраним как новую версию. Вот. 0.2. Возьмем отсюда и начнем соединять все сюда. Поп. Вот как один объект стал, и заходим в Unwrap. Делаем пак. Вот теперь все как один объект. Одинаковые размеры всех. Единый размер. Вот. Теперь можно отсоединить заново. И, ну, конечно, желательно по группировкам, как бы по группам разделить и поставить на своих местах. Например, в этой четверти, например, только кожа, например, в этой штаны, а вот этой верхней одежды и так далее. Так желательно сделать, ну, чтобы потом легче было найти, что где находится, и далеко не ходить, когда вы будете вручную рисовать. Вот. Вот, я этим займусь, ну, когда отключусь от записи. Вот, просто говорю то, что так я сделаю. Вот. А на данном этапе мы закончили, можно так сказать, UV-шки. Вот. И, в принципе, уже можно все это отправлять для текстурирования.
Но я хочу разделить все это дело в плане вот так вот, как это было до этого, чтобы потом, ну, как бы отдельно запекать нормали для по отдельным частям. Так, вот. Вроде вот так было. А, нет, еще вот. Вот эти вот глаз еще. Так, попробуем спрятать. Так. И вот. Прячем. Вот что эта штучка тоже. Прячем, прячем, прячем. Прячем, прячем. Да, все, все, окей. Так, давайте посмотрим здесь. Вот видите, вот эти юшки можно было бы сделать в одной группе, вот здесь вот, на этой четверти, например. Но автоматически Макс этого не делает. Может делать, только как бы он не потом их, когда при нажатии не пакует, вот, ну, именно вот этой части, да? А все как есть, как бы может взять и расположить, ну, в этой местности, так сказать. Вот это специальная, вот специальные кнопочки есть, группы. То есть можно вот так вот убрать их всех, сделать группу, и они будут вместе ходить. Но будут вместе ходить такие, какие они есть в тот момент, когда вы нажимаете на пак. То есть если вы сделаете вот так вот группу и нажмете пак, то они никуда не двигаются. Они как есть будут двигаться вот так, пум-пум-пум, вверх-вниз, там, тендер, скелец. Вот, поэтому это не такой уж хороший вариант. Поэтому лучше изучить программу этого Unfold 3D. Вот, или другую. Но, на мой взгляд, на данный момент Unfold 3D с новыми возможностями крутой. Вот, но я нигде пока не нашел пиратской версии и так далее. Окей, ну что ж, пока что на этом все. Если есть какие-то вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на Твиче и Ютубе и так далее. Пишите ВКонтакте, если какие-то вопросы и предложения есть. Не забудьте донатить, поддержите меня. Вот. И всем удачи, всем пока. Увидимся еще.